вот, девчонки, у меня к вам вопрос. Как вы думаете, что такое прокрастинация? Очень знаменитое популярное слово у всех на слуху. Прям вот куда ни пойдешь, везде слышишь это слово. Честно, без понятия. Давайте пофантазируем, что это может быть такое. Извините, нет времени. Да ну что же вы так нас, а? Ну, а, о, очень простое слово, элементарное. В детском саду этому слову учат. Давайте, думайте, у вас время пошло. Ну, мені здається, що це може бути щось із стражданням людським, але я не впевнена. От чоловік прокрастинує, що він робить? Може, він там плаче, ридає, я не знаю, танцює джигу, поє в караоке. Наверное, з області економіки. Школу давно закінчили? Очень. Проходили в школі таке слово, як прокрастинація? Ще раз. Прокрастинація? Нет. А в інституті? Нет. А після того, як ви вийшли замуж? Нет. Не проходили. Профанация проходили. Профанация, а прокрастинацию не проходили? Нет. А что это вы делаете? А мы снимаем рубрику. Какую? О словах. Ладно, не будем тебя задерживать, вопросик быстро зададим, ты попытаешься на него дать правильный ответ, и если даешь правильный ответ, то мы тебя отпускаем. Если даешь неправильный ответ, то ходишь вместе с нами до конца рабочего дня. Хорошо? Нет, а мне нужно... Ну, старик, ну, извини, уже все подписался. Уже контракт подписан. Так вот, вопрос. Как ты думаешь, что такое прокрастинация? Отвечай немедленно. Ой, не знаю. Не могу ответить на этот вопрос. Ну, придется тебе все-таки с нами погулять. Нет. Уже все, уже вот подписался ты. Я ничего не подписывался. А у меня к вам вопрос есть. Какой? Вопрос, что такое прокрастинация? Вы же знаете, что такое прокрастинация, правильно? Вам не знать. Прокрастинация – это когда люди откладывают на потом важные дела. Красавчик. Пятишку давай. А, это я знаю. Это когда, в общем, умное слово лени. Откладывание на потом. Прокрастинация, откладывание на потом, какие-то действия. Секундочку, так, стоп. Вы, наверное, идете оттуда, да? Да. Там стоит, наверное, какой-то умный мужичок, который перед тем, как вы сюда попадете, говорит, там стоит парень, короче, спрашивает, что такое прокрастинация. В общем, прокрастинация – это откладывание дела. Если что, ну ты будешь знать. Да? Нет. А как? Он у меня умный. Не так все плохо. Ну хорошо, спасибо большое, ребят. Все, удачи, да. Круто. Вообще круто. Ну, я, честно говоря, не знаю, может быть, это что-то с развитием связано? Развивается, да? То есть читает книжки, там, изучает литературу какую-то научную, то есть он прокрастинирует. Замечательно, сейчас. Оп, раз, два, три. Попался, да? Теперь в кадр. А как вы думаете, что такое прокрастинация? Я согласна. Что-нибудь тращить. Краш. Да. Тращить. Да. Да. Хорошо, как вы думаете? Никак. Возможно, из области истории. Из области истории. То есть какой-то исторический, допустим, там, факт, явление, да? Да, может быть так. К сожалению, да. Видите, мы вас загнали в тупик, хотя так все хорошо начиналось, правда? Три правильных ответа сразу сходу. И тут такие загвоздки пошли. Вам же интересно узнать правильный ответ, правда ведь? Или такое? Ну так, постольку-поскольку. То есть можно не отвечать, если что, да? Ну и раз уже заинтересовали, говорите. Банально или нет? Рок-н-ролл. Спасибо, будем знать. И вам спасибо.